Приветствую любителей Воина Тени 2. И да, это Shadow Warrior 2. И он стоит всего 500 рублей, хотя игра будет по длительности как половина Мафии 3. Так вот, сегодня прямо до вечера я буду играть в Shadow Warrior 2 на русском языке. И, соответственно, продолжение будет завтра вечером. Потому что всю ночь опять сидеть я не собираюсь. Тем более Shadow Warrior 2 не такой мировой релиз, как Мафия 3. Но в любом случае уделю ей побольше времени. Так, я думаю, частей 5-6 выйдет. Так, если вам интересно, на каком я буду играть, на всем, короче, вот русский язык, субтитры, советы. Так, видео, вот, вертикальное поле обзора полное, гамма. Кстати, надо гамму побольше поставить. Ну, так вот. Вот, мышь, клавиатура, аудио, музыка вырублена, потому что она лицензионная. И общая громкость 22. Поехали. Так, ячейка номер один. Выбрать персонажа. Зелененький он был, самый бесстрашный, кому немного ванга. Без труда. Ага. Так, для людей, которым не нужно ничего доказывать. У вас выдался тяжелый денек. Кстати, вот это нормальная сложность для меня. Так, самой бесстрашие. Игрок получает 100% урона. Стандартное количество расходных материалов. Обычный штраф после смерти. Так. Игрок получает больше урона, у врагов больше здоровья. Игрок получает на 70 больше урона, у врагов больше здоровья, более ценная обычка. Окей, давайте, я ничего никому не хочу доказывать, поэтому я пойду играть на вот этой сложности. Энергия ЦИ нужна, чтобы произносить заклинание. Кстати, в Shadow Warrior 2 есть кооп, и я пытался поиграть в Shadow Warrior 1, и когда я его установил, я понял то, что я не хочу в него играть. Ну, я играл в Shadow Warrior 1 и видел немного геймплея второго Shadow Warrior. И, кстати, прохождение занимало часов 9-11 у зарубежных ютуберов. Ну что, поехали? Вы, блядь, издеваетесь? То есть только я вырубил музыку, и вы мне ее снова суете? Oh, damn! Да хватит уже этой лицензионной музыки, мне въебало тыкать, пожалуйста. Fuck off! Так вот, я сейчас еще кое-что сделаю. Во-первых, аудио надо еще меньше сделать немного. Мне снова сунули эту блядскую лицензионную музыку прямо в лицо. Спасибо. Интро было такое. Чувак ехал на автомобиле, и все. И в итоге ему швырнули кролика в лобовое стекло, и он разбился. Все. Не, серьезно, я ничего абсолютно не упустил. Так, двигаться. WASD. Кстати, 80 FPS на 650-й видюхе. А я, кстати, еще не посмотрел настройки, на которых я сам-то буду играть. Вот, кстати. А, так у меня все на низком. Понятно все. Не, ну она, кстати, нормально выглядит и хорошо оптимизирована. Просто если прохождение будет 60 FPS, то лучше пусть все будет на таких текстурах. Так, войти в храм страстей. У меня есть катана, оуе. Так, выбор оружия. 1, 2, 3, колесико, альт, чтобы выбрать дальнего боя, джи, чтобы ближнего. Альт. О, у меня есть револьвер. Ну, лучше вот так вот делать. О, у меня еще УЗИшка есть, кстати. Кстати, главного героя зовут мистер Вонг. Атака. Alright. Where the fuck is this thing? Найти и украсть загадочный предмет для якудзы. Да без балды. Давайте, где тут? Эй! Где вы там? Козлы, я вас жду. Оу. Я, кстати, не успел. По поводу пробела. Как-то уже машинально все происходит. Двойной прыжок. Есть. Так, окей. Поехали дальше. Сюда. Ай. Вот сюда. Кстати, в Стиме реально игрушка недорогая. Она стоила 550 рублей. Это если... Это бонус за предзаказ, конечно, был. Плюс у меня есть еще какой-то там бонус за предзаказ. Я не помню, честно говоря, какой. Но в библиотеке он у меня висит.
Так, левый shift, выполни двойной прыжок. Ни хрена себе, как он может. А, я понял. Двойной прыжок и shift. Ни хера себе, это что за воин будущего такой? Кстати, хорошо, что здесь еще показывают, куда идти. Так, это контрольная точка такая. Упав, вы не пострадаете. Нет, правда, попробуйте. А доверять нет. Я не хочу доверять. Не, серьезно, у меня нет урона от падения? Да ладно. У меня реально нет урона. Man, if you guys get any more ugly, I'm gonna have to start killing you blindfolded. Я не хочу особый прием. Ух, ё-моё. Привет, плыж. Привет, плыж. Здравствуйте, ребята. А я тут этот воин тени. Второй. Святилище Ци полностью восстанавливает здоровье и запас энергии. А, окей, то есть у меня 95 хп, это нормально, да? Ну ладно. Исцеляющая сила пламени. Нажмите Q, чтобы восстановить час запас здоровья. Удерживая Q или ПКМ во время произведения заклинания. Ага, ну-ка. Нихера себе, то есть теперь я еще и лечиться могу. Вау, здорово. Не хочу я эту бочку взрывать, хотя сначала хотел, кстати. Контрольная точка. Дайте-ка я угадаю, эти статуи сейчас оживут, да, когда я приближусь тут? Oh, how nice for me? Shit. Fuck off! I hate it when they do that. Да ладно, козёл, я уже готов. Come here, you pussies! А, сука, иди сюда, на. Ну-ка. Cutting up thugs with their faces so ugly, stomping on demons who aren't all that snuggly, shooting at nightmares that fly with their wings. These are a few of my favorite things. Вот это вокал. Класс. Средние пули плюс 60. Е-е-е. По-моему, это самая веселая игра 2016 года. Так, окей, это что такое? Блин, а, понял. А, регенерация здоровья будет поддерживаться еще 25 секунд, окей. Так, ну что, погнали отсюда. Найти дорогу к машине. А машины-то нету. Так, окей. Здесь еще будет кто? У меня есть УЗИшка, и я не боюсь ее воспользоваться. Ага.
сейчас будет что-то крутое, наверное. Привет. Блин, да почему всегда вот такие вот козлы должны тут быть? Из врагов иногда выпадают улучшения. Нажмите I. Так, малый ванг, девольвер, анаконда и друган. Ну, допустим, катана. А, не-не-не, катана. И что мне с ней делать? А, во, улучшение. Аспект жестокости, урон плюс 4%. Окей, все. Да? Так, ладно. Погнали далее. Теперь у меня еще и катана больше урон наносит. Это ж здорово. Точнее, малый вонг. Это называется жало. Ей! Так. О, привет. Чоп-чоп, motherfuckers! А давайте я по приколу жало полностью промакшу. И я промахнулся. Ладно, будет еще возможность. Лазить по некоторым стенам можно. Нажмите и удерживайте Ctrl, чтобы увеличить свою скорость падения и приземлиться, как крутой ниндзя. Еее. Это кто там? О, здорово. Fresh ammo. Nothing like it. Oh, hey, you guys. You need directions? Just take a sharp left through my sword and keep on going. Nice work. You deserve a hand for that. Oh, look. Easy. Someone's not using anymore. Поехали. Надеюсь, сейчас не будет музыки лицензионной. А, не, походу, не будет. Или сейчас будет целый видеоролик, посвященный лицензионной музыке. Только давайте без нее, пожалуйста. Нажмите R, чтобы отбить удар в ближнем бою, на какое-то мгновение сделав врага беззащитным. Отбивать удар можно только оружием ближнего боя. Да ладно, а я не знал. Ну класс. Теперь я буду только катаной пользоваться. Так. Ну, Shadow Warrior. Ага. Поговорить с мамуси Хей. Хейка. А вас я могу зарубить? Понял. Поместье Якутса. Мамуши Хейка may be a cold-blooded sociopathic mob boss, but she knows how to decorate. О, слепые воины. Hello? Они не слепые. Hello? Jesus, this a party or was there a toxic spill? О, Дэдпул, привет. Fascinating. Oh, you'll get your chance. I see. There has been an incident, Mr. Wang. Smith, what are you doing here? You work for this beat? Nice lady, too? I am in no one's employ but my own. You two know each other? Smith is my mechanic. Fixed my car a few dozen times. I am here on personal business. Kamiko has gone missing. The birthday girl? Does that mean no cake? It's gonna mean no balls for you if you don't shut your yammering mouth. Ah, I see what's going on. The big boss's daughter got lost on your watch. Do I smell a beheading? More importantly, do you think they'll sell tickets? I'm afraid the situation is quite serious. For some time, she's been worried that Zilla has found her out. And today she was due at my garage at 4. She is never late. Whoa, 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 rewind. Zilla? Orochi-Zilla? Yes. She was working in his labs. Undercover. Oh, he doesn't like that kind of thing. I'm organizing a rescue mission. Zilla's security is legendary. They wouldn't get past the front desk. And what would you suggest? Go in quiet. You send one guy. Preferably one that knows his way around. Are you offering your services? Depends on what you're paying. 100,000.
cash. Ah, that should please my accountant. I still have a few old badges and a couple fakes. I can get in and at least tell you what you're dealing with. Go then, find out what happened. Bring her back if you can. Back here? No. This is the first place they'll look. Take her to... I have a secluded location you may use. Okay, then. Take her to the old man's place. Bring her to my garage. I'll meet you there. What do you want me to do with this? I can give it to her. When I see her. Lo Wang? Yes. Don't fuck this up. If she dies, they'll be picking your fingertips out of my gardens for weeks. Lady sure knows how to motivate her workforce. Intimidation is the tool of the fearful heart. Hey, beats being the fool of the tearful fart. That's deeply stupid. But it's true. Fair enough. Get out of here! Шутник вернулся.